пожалуйста, что больше всего вам помогает начинать хорошо трудовой день? Лично мне помогает то, когда я поднимусь так, чувствую себя хорошо, значит, и на работе тоже тогда хорошо. Лучше всегда это прийти и начинать с утра. Как начал, хорошо, значит хорошо. Если начал еле-еле, так и весь день тянется. Наша молодежь, как сказать, воспитывается в хорошем духе, изучает всякую технику, вся молодежь, как сказать, что уважаем свою и знание, и технику, все. Скажите, пожалуйста, как вы представляете весь земной шар, весь мир через лет 20? Счастливые люди будут, радостные, не будут так тревожно думать наши матери и отцы, что нам завтра придется, может, идти воевать. А я думаю, что будем спокойно, мирно трудиться и соревноваться на трудовом поприще. То есть международными будет дружба, мир и братство. Хорошо. Очень хорошо. Мы говорим со своей эпохой. Мы говорим мир и строительство, строительство и мир.